Девчонки, вы знаете, у меня эта книжка очень давно, и я вот сейчас, я ее как-то купила, она мне просто понравилась уже, и как-то я, честно признаюсь, мало в нее смотрела, а сейчас стала заглядывать в нее все чаще, потому что столько всего классного, и она вот как раз про Чарльза Шульца, художника, который рисовал комиксы про Снупи. Вот, и стал этим известен на весь мир. Эта книжка очень толстая. Я наверняка вам ее не буду все показывать, но мне просто хотелось бы с вами поделиться, потому что тут очень много его вот таких вот набросков классных. Вот. И на самом деле очень вдохновляет. Очень вдохновляет. Потому что смотришь, насколько вот одним движением человек, вот смотрите, вот нарисовал буквально какими-то двумя линиями, передавал эмоции, передавал движение. Смотрите, как классно. Вот мне именно нравятся вот эти вот набросочки. Вот. Конечно, здесь очень много его комиксов, вообще много всего. Причем человек классный юмор. Вот. И вот эти вот дети. Вообще книжка прикольно оформлена, мне нравится. Вот не знаю, я еще вот его перья, которыми он рисовал. Классно, видите, как тут все вот написано. Вот, смотрите. Знаете, я, наверное, я еще буду пересматривать, и какие-нибудь классные штуки я вам просто фоткаю, потому что, ну, разбор, смотрите, просто как бы разбор делать такой большой книжки, наверное, будет очень долго. Вот, это вот разные комиксы его. Потом уже это и мультики, во все это превратилось. Сами знаете, в большую индустрию. Вот, я так поняла, вначале он просто для себя рисовал, для прикола, да, ну, про мальчика, про его собаку. Короче, очень много классного в этой книжке. Особенно для иллюстратора вдохновиться тем, что буквально двумя линиями, да, он показывает эмоции. Как бы две точки для глаза. Но везде там за счет бровей, рта какая-то новая эмоция. Вот, много тут всего классного. Просто, то есть одним росчерком пера, да. Такие всякие классные штуки. Your friend is someone who accepts you for what you are. Вот как он разрабатывал эту идею. Короче, друг — это тот, кто принимает тебя таким, какой ты есть. Вот эти, конечно, карандашные, они вообще просто классные. Ладно, не буду вас долго мучить. В общем, если вам будет интересно, я... Ну, это тоже как бы сторителлинг. Я просто сейчас думаю, блин, она мне так долго лежала, я как-то ее редко рассматривала. А тут, наверное, очень много чему поучиться можно. А, хотя вот он родился в 1920-м, то есть, ну, достаточно уже много времени прошло, да? Но все равно они очень-очень классные. Вот.